Вы знаете, на днях я присутствовал ввиду своей работы на дебатах между кандидатами на роль мэра города Флорешт. Ну, мы в Флорештском районе. Мне создалось впечатление, что собрались кандидаты на пост не мэра, а министра иностранных дел. Ну что, в принципе, говорилось о Брюсселе, очень много говорилось о Москве, очень много. Даже прозвучало слово «Китай». А слово «Флорешт» очень редко слышно было. Ну, то есть я задаюсь вопросом, зачем поддаваться на это? То есть мы же, в принципе, во-первых, должны говорить о Куниче, о Флорештах, о Кишиневе, ну и о других регионах. И потом, когда мы выявим те проблемы, которые у нас есть здесь, и найдем ну, хотя бы начало путей решения этих проблем, вот тогда можно будет на досуге рассмотреть и предложение Брюсселя или Москвы. А не наоборот. Или Пекина. А не наоборот. То есть мы не с того начинаем. Нужно начинать отсюда. То есть